По словам участников круглого стола, изменения в 131-м федеральном законе призваны повысить эффективность решения вопросов и качество работы органов власти на местах. Особое внимание в обсуждении участники уделили реформированию системы местного самоуправления. В частности, передаче полномочий на районный уровень. Из 39 обязанностей у сельсоветов останется лишь 13. Понятно, что одним только перераспределением вопросов местного значения и полномочий не будет решена проблема самостоятельности, эффективности работы органов местного самоуправления. Необходимо также изменить принципы формирования местных бюджетов и внести соответствующие изменения в бюджетные и налоговые кодексы. Глава Мокроусовского района Владимир Кизеров отметил, что проблем на селе предостаточно. Это и низкий уровень доходов, зачастую полное отсутствие какого-либо производства, сокращение рождаемости, естественная убыль населения, сильный отток молодежи. Владимир Кизеров выступил с конкретными предложениями перед членами комитета. Самое главное, на что, по его мнению, нужно обратить внимание в первую очередь, это подготовка квалифицированных специалистов и создание для них комфортных условий работы. Эффективно, когда в деревне, в селе созданы условия для проживания, для развития. Хотели бы видеть, что реформа местного самоуправления, она должна затронуть основы жизни на селе. В первую очередь должны функционировать все социальные объекты. И школа должна работать, и детский сад, и фельдшерско-акушерский пункт, и клуб, и магазин. И, конечно же, должно быть производство. Когда это все вместе будет функционировать, вот тогда местное самоуправление и будет называться «работать эффективно». По итогам работы круглого стола все проблемы, которые высказали представители муниципального сообщества, найдут отражение в рекомендациях и, конечно же, будут решаться. Не только Целинному району хотелось бы помочь, а всем районам. Потому что мы же во многих с вами районами были, и видим эти проблемы, они повторяются. Они дублируют друг друга, эти вопросы, они есть, и надо их всем решать. И, конечно, хотелось бы больше внимания уделить этим местным сельским поселениям. Подробнее о работе комитета и принятых рекомендациях по решению проблем местного самоуправления мы расскажем в программе «Вертикаль» 4 октября. Марина Богатырева, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру».